Telegram успешно продал свои облигации инвесторам, и остался лишь один вопрос. Кто теперь будет управлять и влиять на судьбу мессенджера? YouTube уберет дизлайки. Видеохостинг решил бороться с хейтом у себя на платформе. Яндекс больше не тот. Компания изменила дизайн и готова завоевывать мир. Хоть сегодня и 1 апреля, но все новости поистине серьезные и правдивые. С возвращением на канал Телеграммер. Неустанно буду просить вас и напоминать. 100 тысяч подписчиков. Цель в этом месяце. Уверен, вы уже подписались на канал, потому предлагаю также приглашать своих друзей и кликать на заветные кнопки. Давайте объединяться. Несколько дней назад стало официально известно, что Telegram получил в долг 1 миллиард долларов для своего развития и погашения долгов перед инвесторами закрытого проекта Тон. Многие пользователи задались вопросом, кто же теперь будет управлять мессенджером? Ведь логично, что если кто-то может купить облигацию, то вполне возможно, такой человек может повлиять на работу компании. Подобного рода опасения можно было не раз прочитать в официальном англоязычном чате Павла Дурова. Так, один из пользователей предположил, что владельцы облигаций будут иметь влияние на платформу. Юзер отметил, что одним из таких людей стал Джаред Кушнер, экс-советник президента США и супруг Иванки Трамп, дочери Дональда Трампа. Основатель Telegram поспешил ответить на этот вопрос, напомнив, что облигации — это форма долга, которая принципиально отличается от продажи акций, при которой инвесторы получают голоса, места в совете директоров и так далее. Павел Дуров подчеркнул, что выпуск облигаций позволил Telegram привлекать средства, не жертвуя своей независимостью. Расклад такой. Те, кто купили облигации, не имеют никакого влияния на работу платформы. Но здесь я хотел бы отметить, что многие эксперты не исключают, что в течение следующих 5 лет компания Telegram может выйти на IPO, то есть разместить акции на бирже. И уже тогда вопрос о влиянии акционеров на мессенджер снова может быть открыт. Так что, по сути, уже через несколько лет детище Павла Дурова может стать новым Apple. И не мудрено. Мессенджер инновационный, во многих смыслах прорывной, как и купертиновцы. Взять только функции Телеграма. Голосовые чаты, видеозвонки, секретное общение, боты и каналы. Последних, кстати, в мессенджере большое количество, и каждый может найти свой канал на интересующую тему. О той же компании Apple оперативные новости и слухи об IT-гиганте можно получать благодаря каналу Apple Insight. Кроме того, там же можно узнать о всех лайфхаках для яблочных девайсов. Я даже некоторым успел удивиться и опробовать. Например, оказывается, теперь прямо в браузере Safari можно перевести сайт на любой язык мира и слушать музыку в ВК на айфоне без рекламы. Также авторы канала периодически постят красивые картинки на рабочий стол, что поможет преобразить ваш девайс. Подписывайтесь на Apple Insight прямо сейчас и будьте в курсе всех событий. Я же, безусловно, надеюсь, что независимо от исхода событий, Павел Дуров не бросит бразды правления Телеграма, как это было в свое время с ВК, и в ближайшие годы мессенджер сможет обогнать другие платформы по популярности. YouTube без дизлайков и крупный ребрендинг Яндекс — это те темы, которые вас ждут далее. Видеохостинг YouTube тоже готовит новшества для своих пользователей. Сервис объявил, что в ближайшие недели будет тестировать на пользователях новые дизайны интерфейса, которые позволят не показывать количество дизлайков под тем или иным видео. В своем твиттер-аккаунте руководство уточнило, что тестирование будет проводиться по просьбе создателей контента. Разработчики сначала проверят функцию на небольшой группе пользователей. Перечень стран, которые попали в список для теста, пока не сообщается. Через этот эксперимент YouTube хочет узнать, как наличие публичного счетчика влияет на популярность ролика и его оценку. Владельцы каналов по-прежнему смогут видеть точное количество лайков и дизлайков в YouTube Studio. Это место для авторов контента со всей статистикой по каналу. Зрители, которые участвуют в эксперименте, все равно могут лайкать или дизлайкать видео, чтобы поделиться фидбэком с создателями и помочь настроить рекомендации, которые отображаются на YouTube. А как вы относитесь к тому, чтобы убрать дизлайки с роликов? Я, как автор канала, конечно, расстраиваюсь, когда вижу пальцы вниз, но в целом этот инструмент можно использовать для того, чтобы понять, что нравится зрителям, а что нет, дабы потом то или иное видео попадало или пропадало для них из рекомендаций. Кстати, лайки точно все еще работают. И если вам не сложно, и вы хотите поддержать меня и мои старания, тогда самое время поставить палец вверх. Помимо этого, хочу отметить, что YouTube полон скрытых, крутых возможностей. О них я успел поведать в недавних роликах на канале. Ссылку обязательно оставлю в описании.
Яндекс больше не тот. Спустя почти 13 лет после создания своего предыдущего логотипа, который, кстати, сделал никто иной, как Артём Лебедев и его компания, на этот раз Яндекс отказался от услуг известного дизайнера. Так, на главной странице Яндекса появился новый логотип компании, ставший частью новой айдентики российского IT-гиганта. Она также будет включать в себя новый знак — букву «Я» в красном круге и новый шрифт для логотипных конструкций. Как отмечают в компании, знак можно будет увидеть в интерфейсах и в жизни, например, на сумках курьеров. Шрифт будет использоваться в логотипах сервисов. Кроме того, Яндекс изменил поисковую строку, она больше не повторяет форму стрелки. Сообщается, что новую айдентику разработали дизайнеры самого Яндекса вместе с Ильей Рудерманом. Илья является дизайнером шрифта, он давно сотрудничает с Яндексом и участвовал в создании шрифта Яндекс Сенс. 13 лет назад никто не думал, что интернет-компания может заниматься доставкой продуктов, обрабатывать платежи и делать беспилотные автомобили. Новая айдентика отражает суть современного Яндекса и хорошо выглядит на самых разных поверхностях, от экрана смартфона до пакета с продуктами из лавки. В то же время она напоминает, что у сервисов Яндекса общие технологии и общее начало — поиск, отметили в компании. А как вам новые дизайнерские решения Яндекса? Все свои мысли касательно российской компании, дизлайков Ютуба и будущего Телеграм можно оставлять в комментах под видео. С удовольствием читаю их и по возможности отвечаю. Помните, 100 тысяч подписчиков и вся ваша поддержка мне очень нужна. Зовите всех своих друзей и близких подписаться на канал, ведь дальше еще больше интересного контента здесь. Это канал Телеграмер. Подписывайся и будь на волне тренда.